Раннер-ап турнира хоролеров Агарази Бабаев из Азербайджана. Второе место, но приличные призовые. Да, конечно. Не, как бы призовые приличные, да, неприятно, что проиграл, но я думаю, что все по делу. В Липовке был стек раз в 6 больше, плюс он отыграл финалку очень хорошо. Так что я думаю, все по делу, я поздравляю Вадима, всех ребят, кто был на финалке. Как тебе в целом состав, когда вот справа у тебя Вадим, слева... А, и справа же, да, Виктор Усимов был. Слева Витя был, да. Ну, относительно нормально, потому что, ну, то, что Чупак был справа, это было хорошо. На самом деле, это и привело к тому, что я в какой-то момент даже чиплит взял. То, что Витя слева, это, конечно, плохо, но ничего не поделаешь. После него сидел Кази. Это тоже очень хороший, сильный регуляр из нашей же команды. Поэтому, ну, неприятно, но играбельно. А из вашей, из какой команды? Из команды Покар. А что это означает? Почему Покар? То есть здесь как-то зашифровано... Ну, это связано, естественно, с покером. Ну, и Кар — это фамилия основателя, так что тут как бы это смешанный такой микс. В чем состоит суть этой команды? Суть команды в том, что мы набираем потенциальных перспективных игроков, развиваем их, доводим до определенного уровня, естественно, бэкаем их, учим, обучаем и работаем с ними на уже высоких лимитах. То есть ты сейчас играл от команды, тебя забэкали? Да. Я член команды, я один из, скажем так, учредителей, ну, да. Каково это играть с поддержкой, да? Я видел, что практически все сидят, ну, там, в телефонах, это понятное дело, между раздачами, и когда следят за всеми твоими действиями, идут ли подсказки, или просто, типа, давай вперед, ты можешь, или какие-то нюансы ты все-таки обсуждаешь, может, в перерывах, может, между раздачами? Нет, я обычно обсуждаю раздачи уже после того, как игра закончилась. Во время игры я ничего не обсуждаю, я считаю, что я достаточно компетентен для того, чтобы принимать, ну, солидные решения. Естественно, бывают ошибки, и после мы их разбираем, конечно, да. Ну и последний вопрос, какая самая интересная раздача этого турнира? Может быть, с твоим участием, может быть, нет, может быть, за финальным столом, может быть, вчерашнего дня? Какая? Была одна интересная раздача как раз с Вадимом за... в Хадзапе, где я... У меня были 6-5 офф. Рассказать полностью раздачу нормально? Да. Отлично. Липовка открылся, я с ББ защитил 6-5 офф. У нас глубина приблизительно 24-25 ББ эффектив. Доска дама 7-6, я чек, Липовка бет, маленький сайзинг, я кол. Дальше открывается король, я чек, Липовка ставит большой сайзинг. И по сути, у меня один из двух вариантов, или пас, или рейс. Просто поставил 415. Он поставил 415, и я решил, что в этом, ну, короче, у него достаточно рук, которые будут отваливаться на чек-рейс, плюс по королю он должен ставить полярно почти всегда. Соответственно, я поставил ему 940, и я не знаю, с чем Вадим запушил, он мне не сказал, но он пихнул, и, естественно, я отвалился. 940 оставляет за спиной буквально 850, да. Потом я раскрутился, правда, да. Поздравляю, спасибо большое и удачи. Спасибо большое.